прекрасно чувствую, спокойно чувствую, стержень внутри себя чувствую. Понимаю, что я личность, и я сильнее их. Абсолютно верно. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И мы сейчас будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Анны. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первый раз в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Анны. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Приветствую всех в этой прекрасной комнате. Вы можете обращаться ко мне. Марсель. Марсель. Замечательно. Приветствуем вас, уважаемый Марсель. Вы куратор или учитель? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Анны. Вытащили, аннулировали все, что можно было там аннулировать, а было там немало. У Анны осталось 10 вопросов к вам, уважаемый Марсель. Будете ли вы так любезны ответить на эти 10 вопросов? Это ее вопрос. Именно для этого здесь. Я с удовольствием почищу ее яснознание, прояснив некоторые моменты. Благодарю вас. Я тогда начинаю с вашего разрешения с первого вопроса. С какой планеты я и мой куратор? Благодарю вас за этот вопрос, но это не планета, это звезда Альдебаран. Альдебаран. Мы приветствуем представителя Альдебарана в нашей комнате диагностики. Благодарю вас за этот теплый прием. Мы очень рады, мы уже встречались с представителями Альдебарана и еще рады всем, до кого достучаться кураторы. Итак, это Альдебаран. Вы хотели добавить что-то? Или можем переходить к следующему вопросу? Переходите. Второй вопрос. Возможно, вы его поймете. Почему в моем теле две души? В твоем теле лишь одна душа, раздвоенная на две части. Всю жизнь ты ищешь черное и белое. И не можешь совместить их в один целый прекрасный объект. Даже свою душу ты разбила на два фантома, подарив ему часть своего стержня, своего духа и частичку души. Твоя ошибка в том, что ты разделяешься, забывая о том, что ты целостная. Только ты. Я расскажу позже, как нужно защищать себя, не подпуская никого к своей душе. Благодарю вас, Марсель. Вы закончили? Да. Хорошо. Третий вопрос. По какой причине забирает мое тело и как это прекратить? Я надеюсь, что с сегодняшнего дня это прекратится. Как ты сама видела, твое тело забирали с твоего согласия, которое было неразумно дано в сонном состоянии, в погоне за знаниями, правильно выставленным намерением и защитами. Ни у кого нет права забирать твою душу, тонкие тела или биоробот. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Марсель. Четвертый вопрос. Сколько у меня альтеров и как с ними быть? У тебя нет альтеров. Сегодня был уничтожен один из созданных тобой собой. Да, мы его скинули. Поэтому для тебя так важно быть цельной личностью. Сейчас ты забрала все свои частички в одно. Поэтому ты чувствуешь такую силу и мощь внутри себя. Итак, пятый вопрос. Какое отношение я имею к белым и черным драконам? Как я уже сказал, здесь два аспекта. Первый – это твой контракт с драконом, а второй – это то, что ты делишь мир на черное и белое, забывая, что есть другие цвета. И кроме плохого и хорошего, есть другие настроения. Тебе нужно многое переосмыслить. В первую очередь себя, свои знания, реакции, ресурсы, из которых ты получаешь знания, людей вокруг тебя и многое-многое другое. Да, я закончу.
Благодарю вас, уважаемый Марсель. Я перехожу к шестому вопросу. Почему нападают и как правильно защищаться? Это немного обширный вопрос. Я начну с того, что души, живущие на Земле, не имеют долгой памяти, лишь только то, что происходит на Земле. А это легкая добыча для других цивилизаций. Это был ответ на вопрос, почему нападают. Нападают по разным причинам. Одна из них — изучение человечества, биоробота, а также похищение энергий, частичек души, биоматериала и самого биоробота. Для вас создание копии, которая работает потом. Не только это. Конечно, да. Есть и другие причины. Благодарю вас. Теперь про защиты. Как защищаться? В первую очередь надо четко представлять, откуда ты. И то, что у тебя есть связь с Альдебараном. Твой стержень внутри плотно связан с Альдебараном. Это дает тебе колоссальную защиту, которую ты должна чувствовать, воспринимать, знать и выставлять. Вторая универсальная защита — это Меркаба. Манифест, утверждающий, что ты берешь на себя ответственность в первую очередь, и во вторую только ты защищаешь и говоришь всем, что ты защищена. Без взятия на себя ответственность защиты не будут работать. Абсолютно верно. Это слово называется осознанность. Благодарю вас, уважаемый Марсель. Седьмой вопрос. В чем мое предназначение? Как любая другая душа, ты проходишь свой земной опыт. Планета Земля очень необычна, эксцентрична и не похожа на другие планеты. Сосредоточься, пожалуйста, на пребывании на Земле, на людей, которые тебя окружают, на чувства, которые ты можешь получать. Доброта, любовь, верность, смелость, радость и все, что с этим связано. Эти все положительные эмоции и чувства должна пережить душа, чтобы наполниться ими для дальнейшей жизни. Кроме этих чувств, бывают негативные эмоции. Это тоже определенный опыт. Но для тебя очень важны положительные и позитивные эмоции. Именно для этого ты находишься на планете Земля. Впитывай положительные эмоции, связанные с радостью и любовью к близким. Если ты начнешь излучать любовь, понимание, радость, принятие людей такими, какими они есть, ты увидишь, как изменится мир вокруг тебя, и ты будешь наслаждаться присутствием родных тебе людей. Насыть свою душу любовью и радостью. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Марсель. Я перехожу к следующему вопросу. Восьмой. Как вернуть мои знания, ясновидение и управление энергиями? Первый очень важный аспект, который отвечает на оба эти требования в вопросе, это визуализация. Чтобы управлять энергией, нужно представлять их, нужно понимать, какой твой стержень, откуда он, с кем он связан, чувствовать его и знать его силу. Все это можно осуществить только визуализируя и понимая природу энергии, природу происхождения энергии. Прочитай, пожалуйста, вопрос. Итак, как вернуть мои знания, ясновидение и управление энергиями? Благодарю. По поводу ясновидения, здесь немножко непростой процесс, который ты путаешь с получением знания. Я объясню.
Чересчур много информации вокруг тебя, которую ты хватаешь и принимаешь за что-то полезное. На самом деле тебе нужно отстраниться, побыть в тишине и оглянуться вокруг себя. И ты увидишь совсем другие маленькие знаки и знания, которые идут от меня. Эти знаки дадут тебе правильный путь. Переосмысли все прошлые, всю прошлую информацию, нужную и ненужную. Все разложится по своим местам, станет по полочкам. Чтобы открылось ясновидение, нужно быть в тишине, уметь фильтровать информацию и, конечно же, понимать ее. Для этого нужна работа над собой, внутри себя, не снаружи. И с другой стороны, ты должна быть не внутри событий, а снаружи, как сегодня сказал тебе один из интерферентов. Именно твоя страсть быть внутри довела тебя до стольких интерферентов и потери энергии. Благодарю. Да, это Джин был. Благодарю вас, уважаемый Марсель. Я перехожу к следующему вопросу. 9. В чем причина сложных отношений с дочерью и сестрой Натальей? Причина сложных отношений всегда в вибрациях, которые исходят от людей. Ваши вибрации не совпадают. Поэтому кто-то должен быть осознанней, как я уже сказал, и принимать людей такими, какими они есть. Каждый идет своей дорогой, и каждый идет своим темпом. Не нужно навязывать людям свое мнение. От этого они лишь перестанут воспринимать твои вибрации как положительные. Твои вибрации будут идти вразрез. Это и случилось. Но если ты станешь наблюдателем, проявишь терпение и примешь человека такой, как есть, обдумаешь его мотивы, эти отношения могут измениться и перерасти, как я уже сказал, в другие любящие, дружеские, верные отношения. Вы закончили? Да. Благодарю вас, Марсель. От себя могу только добавить. Мы знаем, есть такое правило. Не просят, не лезь. Вот это первое правило. Потому что действительно, как вы и сказали, каждый человек находится на своей ступени развития. У каждого своя программа, свои задачи. То, что это действительно может вызвать просто отрицательную реакцию. Благодарю, что ты пояснил мои слова. Мне трудно было подобрать простые слова, чтобы объяснить эту ситуацию и не обидеть душу в человеческом роботе. Вы знаете, душа в человеческом биороботе не может обижаться, если ей указывают на ее ошибки. Это просто путь, это открытая дверь, куда она может дальше идти, а не биться лбом в стену. Я считаю, вы все правильно сказали. Я просто немножечко расширил ваш ответ. И надеюсь, Наталья, и надеюсь, Анна это поймет. Вы позволите переходить? Да, пожалуйста. Я просто поясню. Я работаю с душами в человеческих телах, и им действительно трудно принимать объяснения и указания на их ошибки. О, да. Есть такое чувство, как обида, которого нет на Альдебаране и на многих других объектах. Мы с радостью принимаем поправки, потому что это ведет к сохранению. Я бы назвал это время. Благодарю вас, Марсель, здесь нечего добавить. Можем продолжать? Да. Перехожу к следующему вопросу, это последний, 10-й вопрос. Как выйти на реализацию и источник дохода? Успокоиться внутри, собрать свои силы, понять свои силы. Успокоившись внутри, от тебя идут плавные, теплые,
легкие, в то же время вибрации человека, знающего, что делает. Только так ты можешь притянуть к себе людей, которые нуждаются в твоей помощи. Соответственно, наработав клиентов, ты сможешь улучшить свое финансовое состояние. Но первое, что нужно сделать, найти тишину внутри себя, спокойствие и истинное знание своих энергий и того, чем ты занимаешься. Благодарю. Остались заключительные слова, уважаемый Марсель, совет куратора, если таковой есть. Искренне благодарю. Самые основные советы уже были произнесены. Мне бы очень хотелось, чтобы они также были услышаны, прочувствованы. Ну, вы как куратор имеете возможность ей послать и знаки. Важно их только видеть и понимать их. И тогда человек сразу понимает, какие у него возможности открываются с такими знаниями. Про знаки уже было сказано сегодня. Хорошо, уважаемый Марсель, мы закончили. У нас все вопросы, 10 мы задали, 10 она написала. У меня единственный еще один остался к вам вопрос. Вы жили когда-то на Земле? Да, я проходил несколько жизней на Земле. Я это чувствую. Почему я это спрашиваю? Сейчас я вам объясню. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, откуда бы они ни приходили, всегда получают один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем уважаемого куратора Марселя, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок на добрые воспоминания об этой встрече, в знак благодарности за его помощь сегодня, которую он оказал своей подопечной Ане. Это великолепный и неожиданный подарок. Нам очень приятно, что вам понравилось. С радостью принимаю этот подарок. И от себя хочу добавить, что я благодарен за эту встречу. И рад, что Анна вовремя услышала и увидела мои знаки. Благодарю всех присутствующих. Уважаемый Марсель, у нас есть вторая добрая традиция никогда не прощаться. Я говорю до скорых встреч. Возможно, Анна, если она созреет, захочет задать вопросы к своему высшему «Я». В этих случаях мы всегда вызываем куратора и пригласим вас, безусловно, если таковое желание будет проявлено. Я благодарю вас за это, но повторюсь, Анне нужно много работать, чтобы понимать энергии внутри себя, добиться тишины внутри себя и быть наблюдателем, не забывать о своей целостности. Целостность, безусловно. Уважаемый Марсель, передавайте привет Альдебарану от нас. Мы всем рады, до кого достучатся кураторы, и всем сможем помочь по мере наших сил. Непременно. Благодарю вас, уважаемая Марсель. Очень было приятно с вами общаться. На этом месте примите наши искренние энергии благодарности от Анны, от меня и от Веры. Я желаю вам всего наилучшего, чистых энергий, высоких вибраций. И я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Анна, мы закончили чистку. Разговор с вашим куратором. Как вы ее оцените? Получили ли те ответы, которые вы желали? Я получила даже больше, чем спрашивала. Его вибрации я чувствую вокруг себя. Это плавные, приятные волны, которых я не чувствовала очень-очень давно. И не была в такой защите и уверенности. Благодарю вас. Кроме того, Анна, вы можете всегда связываться теперь со своим куратором по мере вашего развития. Вы знаете его имя. Эта связь происходит телепатически. Вы входите в состояние легкого транса и мысленно задаете вопросы. Первые ответы, которые идут, это всегда идут от кураторов.
их не надо анализировать. Если у вас есть вопросы, пытайтесь их сделать короткими, и тогда вы получите короткие, точные ответы. Чем короче вопрос, тем короче ответ. И прямее. Так вы его поймете. Благодарю за эту дополнительную информацию. Мы желаем вам всего наилучшего и будем возвращать вас назад, ваш биоробот. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Анны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.